This is a letter from State Duma from the Russian Parliament. Уважаемые участники соревнований, сохранение и распространение культуры является важнейшей задачей не только для государства, но и для всего общества. Ladies and gentlemen, the preservation of culture is one of the most important goals of humanity at this point. При этом особого внимания заслуживает распространение культуры в доступных формах, позволяющих в простой обстановке приобщить человека к музыкальным или художественным традициям. And of course, one of the easiest forms to do that is on a massive scale to join people in activities that are down to earth and simple to put together, like singing. На фоне сказанного, проведение в России чемпионата мира по караоке 2010 позволит людям в непринужденной атмосфере проникнуться самобытными традициями стран, которые представляют конкурсанты. And of course, this gathering will help us all get to know each other and share our cultural differences and similarities. Желаю гостям и участникам чемпионата плодотворной работы, справедливых соревнований и новых творческих достижений. С уважением, председатель комитета Ивлев. And we wish all the contestants the best of luck in the future, professional success and happiness. This comes from Mr. Ivliev, like I said.